Раньше это можно было сделать только в Московском областном центре поддержки предпринимательства в городе Красногорске. Теперь же получить субсидию на развитие бизнеса стало проще и удобнее. С 1 августа предприниматели Подмосковья могут подавать заявки на предоставление субсидий через любой многофункциональный центр. Ирина Сосницкая в этом году открыла салон красоты. Запрос на красивый внешний вид в сегодняшнем обществе высок. Однако, чтобы не проиграть конкуренцию другим салонам, надо идти в ногу со временем. В первую очередь технологически. Мы приобрели очень много оборудования для парикмахерского зала. Самые необходимые кресла, зеркала, раковина, стерилизаторы для инструментов. Косметология, это алмазное микродермообразие, это все аппаратное. Аппаратный маникюр у нас, это тоже дорого стоит. Затраты не маленькие, но областной бюджет готов помочь малому и среднему бизнесу, компенсировав половину стоимости оборудования. Надо лишь подать заявку на субсидию. И главное, теперь в Красногорск из любого конца области ехать не надо. Достаточно прийти в ближайший МФЦ. Индивидуальному предпринимателю необходимо в МФЦ предоставить, первое, это заявление на субсидию, второе, опись документов, третье, сопроводительное письмо и свои документы об индивидуальном предпринимателе. Что это такое? Это копию свидетельства о внесении в реестр индивидуальных предпринимателей и копию свидетельства о постановке на учет налоговый орган. После проверки документов заявка отправится на конкурсную комиссию при региональном министерстве инвестиций и инноваций, которая и примет окончательное решение о предоставлении финансовой помощи. Долго ждать вердикта не придется. Срок рассмотрения заявки составляет 25 календарных дней с момента поступления заявки ведомства. О результатах заявки заявитель может узнать, обратившись к нам в колл-центр, и непосредственно узнать эту информацию. Только в этом году правом на финансовую помощь от государства воспользовались 272 малых и средних предприятия Подмосковья. Среди этого числа может оказаться и ваше. Главное – подать заявку до 15 декабря 2017 года.